Ja sam sada na kafe, poštaju ovako, vidio si ovo, kultura, de racija kultura. Kako postavili mašinu? Da, 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 panjimaj, panjimaj, da, 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 parkujem, parkujem. Здравствуйте, федеральный проект Стоп Хам. Вы стоите вторым рядом. Перепаркуйте, пожалуйста, свой автомобиль. Нет. Пожалуйста. Ну тогда, пожалуйста, перепаркуйтесь. Пожалуйста. Ну тогда, пожалуйста, перепаркуйтесь. Ну почему? Девушка, честно, мы вот подождем еще минутки две. Я пока отклею. И мы наклеим. Если вы не будете. Пошли нахуй, мои машины, я еще раз говорю. Питательные свои тоже убирают. Подождала бы минуту, сейчас отъехали. Что ты, блядь, сделал? Тихо, тихо, тихо. Зачем вы хулиганите? Не отклеивай. Не отклеивай, решила отклеиваться. Любая помеха на лобовом стекле – это помеха. Если вы считаете, что мы что-то нарушили, вы можете вызвать полицию. Я вежливо с вами. По праву стоять не по правилам дорожного движения и создавать помеху общественного транспорта. Ну, наглецы, ну, орда. Может, вы такие же, как наглецы, еще больше. Такие же, как кто? Как эта шпана, которая у меня здесь стыприла, это самое, вытащила магнитолу. Вот мы не имеем к ней никакого отношения. Слышали правонарушение, вызовите полицию. У вас же есть такая возможность? Есть у меня такая Если возможность. Если вы считаете, что мы нарушили ваше право, можете вызвать полицию. Ты будешь гореть в огне, Пасха. Я в это не очень сильно верю. А я в это верю. Это ваше право. Будешь жариться на сковородке.